Новую пристройку сегодня оценил Вениамин Кондратьев. Глава региона пообщался с пациентами и специалистами центра. В среднем курс реабилитации длится 21 день. По словам медиков, за это время многим удается восстановить утраченные функции. При этом качественную помощь там гарантируют каждому. Об этом заявляют еще на входе в центр. Вот посмотрите, руководитель учреждения говорит: я гарантирую качество социальной помощи, оказываемой моим учреждением. Вот когда будет личная ответственность руководителя, где он не стесняется о ней заявить, что он гарантирует качество, оказывая его учреждением, не государственным, не бюджетным, не муниципальным, его учреждением, его как своим, тогда будет качество услуг, тогда не будет жалоб, тогда будет на самом деле все хорошо. Во время рабочего визита губернатор края также посетил насочно-чулочную фабрику. Это предприятие в Белореченском районе открыли чуть меньше года назад, оценил Вениамин Кондратьев и масштабы тепличного комплекса. Практически в стерильных условиях там выращивают огурцы, томаты, зелень. За минувший год было реализовано более 6000 тонн овощей. Добавлю, что соглашения о реализации двух этих производств были заключены на сочинском инвестфоруме.